Доброе утро, Антон Сергеевич. Доброе утро. Как у вас дела? Нормально. Я убираюсь. Ты убираешься? Да. Вот это что надо убрать. Угу. Это на мое доброе утро. Сейчас хочу закатать помидорки. Вот сейчас переберу, чтобы все точно были хорошие. И из этих ящиков, что я вчера собирала, тоже переберу. Сегодня у меня будут такие целенькие помидорчики. А потом еще закатаю лечо. Это уже, наверное, завтра, когда томат сделаю и перец болгарский. Я сейчас выехала за этим... За перцем, горошком для закатки помидоры. У нас тут новая дорога. Вы представляете, какое это счастье? Я еду и кайфую. Новая дорога, ура! Обалдеть, прям все полотно. Класс. И дороги у нас тоже делают. Вот сейчас ты дышь будет, ага. Мальчики уже обедают. Гриша поехал с друзьями гулять. Мы доедаем перловку с мясом. Потом ты с друзьями поедешь. Ну, конечно. Тут сейчас, сынок, закатываю помидорки, все намыло, наложила. Сейчас покажу рецепт, по которому я уже 5 лет, получается. Сколько мы здесь живем, столько вот я по нему и закатываю этот рецепт с поваренка. Вот, называется сладкие помидоры. Звенит. Таймер, это значит, что я прошло полчаса и теперь могу ставить макарошки. Приготовила еще одну партию. Все рецепты с интернета, ничего сверхъестественного нет. Вот получилось в этот раз 3 противня. Буду пробовать. Первое делала сердечки, поэтому они сейчас отправляются при 150 градусах в духовку. Так, я все сделала, слила уже остывший кипяток из банок, посчитала сюда, как будто на 7 трехлитровых банок, добавила, взвесила соль, сахар, уксус, и теперь жду, когда все это закипит, буду разливать по баночкам и закатывать. Ну как? А здесь положка ничего? А здесь нет, эти мы так скушаем, потому что они... Я их, в общем, пекла на силиконовом коврике, на котором... Вернее, на тефлоновом, на котором пеку пряники. И они вышли, короче, не очень. Поэтому мы их так съедим, но очень вкусные шапочки. Как вам по вкусу? Вкусные? Вкусные? Только чуть-чуть туда начинки. Да? А вот я сейчас покажу, которые получились. Они пеклись на другом, на новом коврике. Они прям с хорошей шапочкой получились. Ой, с юбочкой, с шапочкой. И будут вот такие вот мишки. Они тоже с хорошей юбочкой. Мне кажется, немножко нужно было по времени. Поменьше, потому что немножко такие поджаристые. Здесь еще сердечки. Такие тоже хорошенькие. Палисадник ты не снимаешь. Ну как же такую красоту не посетить? Тебе бы сюда засунуть цветочек? Я подарю. А вот есть Таня. И роза, гляньте. Это такой корень был? Да. Вот поэтому она и не снимает. Потому что они плохо цветут. Да. Так, дети заходят, будут пока тут играть. А мама поедет делать маникюр. Да. Степу позовете, хорошо? Да. Ура! Я снова маникюром. Камушки Антоха просил. Антоха мне сказал, мама, давай только камушки. Так что у меня камушки. Вот такие вот камушки. Вот просто светлый и еще я балдею. Все, приехала я за детьми. Где мои дети-то были? Радуются? Красивые ногтики. Красиво, как Антоша заказал с камушками. Антошка, я так и говорю, мне сегодня с камушками. Как у меня что же есть? Все, мы уже дома. Афоня тут нам живую музыку.
Да? Это типа «Деспасито» у тебя песня? Жги! Купила молоко с какашками. Зато этому корм яйца купила, кусочек пиццы. Папа, один тебе, один мне, родня испекла, вот нам упаковала. Собачий нет, я не знала, собачий вроде же был. Вот Несквик купила. Вот и молока, я одну упаковочку какую-то вот такую вот купила. Нет, капуталь не надо. Коту корм купила. Сыр купила по-шихотски. Сметану, Барилу, батон нарезной. И, в общем-то, и все. А, вот эти еще штуки купила. И все. Афония обрезает ногти. Он... Ну! Папа у нас этим занимается, да? Так. Мама бы ну, точно нормально. Так бы сидела, как Афоня. Все. Да у тебя брызганы. Григория, зови. Все, у нас 10 часов. Я уже собираюсь спать. Сделала сейчас себе на завтрак макарошки, которые получились. Сделала ганаш на белом шоколаде и в серединку малину и малиновое пюре, в общем, с пектином. Потому что когда-то я делала с крахмалом, загущала его мне, несмотря на то, что это был кукурузный крахмал, мне не понравилось. Все равно привкус крахмала чувствовался. Вот с пектином мне нравится загущать, не чувствуется. Единственное, пектин такая противная штука, создает комочки. Если его смешать с сахаром, то комочков не будет, ну и растворить в пюре. Но у меня уже пюре было с сахаром, я не хотела еще подслащивать, поэтому еще раз процедила через сито от комочков. Вот. И серединка у меня малина, и по краю белый ганаш на белом шоколаде со сливками, соответственно. Вот. И завтра буду пробовать малину, белый шоколад. Мои будут макароны, которые не по 80 рублей. Вот такие вот малюсенькие, вот такие жирненькие, колхозные макароны. Которые, надеюсь, будут вкусные. Но шляпки обалденные вообще, мне так нравятся. И я прям буду еще 150 раз пробовать, пока мне не получится идеальные макарон. Пока я пробую разные рецепты. Вот взяла там на YouTube один рецепт, попробовала, что-то получилось, что-то не получилось. Другой рецепт, но вообще дело не в рецепте, дело в дружбе с духовкой. Вот, как я уже поняла. А так что вот так вот у нас прошел день. Помидоры и макарон. Два таких события. И маникюр. Балдею вообще. Светлый лак мне так нравится. Прям не хочется, чтобы лето закончилось. Оно скоро закончится, представляете? Уже надо все собирать детей в школу. Наверное, с этой недельки уже начнем. Потихоньку, ну как потихоньку, знаете, не так уж и потихоньку, один день, наверное, мы съездим в рощу за портфелями, хотя, не знаю, может быть, на Красную площадь вечером, вот, и съездим в Динскую, там мне нравятся в карусели футболки на физкультуру, шорты, потому что вот пока тепло, они будут на улице, и шорты будут на физру. А что, а на Красную площадь поедем за рубашками, за брюками, за спортивными костюмами, наверное, в Спортмастер или в Декатлон куда-то зайдем, короче, вот, будем уже собираться. Канцелярию, наверное, у нас в станице в Оазис, съездим и купим, потому что не вижу смысла чего-то особенного, не знаю, поэтому как-то так, уже надо с этого... с этой недели составить список, что нам нужно, чтобы, помимо того, что ничего не забыть, и чтобы лишнего не накупить. Но в любом случае, я думаю, что сейчас дефицита нет. Все, что даже сразу не купим, докупим потом. Ну, по ходу будет понятно, что нужно, что не нужно. Вот.
Так что всем спокойной ночи. Вот сегодня вот такой вот день у нас был. Я почти догоняю видео. Все, всех люблю. Что-то в глаз попало. Всем пока!